Всем привет! Хочу коротенечко сказать о том, как решилась у нас ситуация с влажными тоннелями у кроликов. Вот таким образом выглядит теперь у нас вход в нору. Они натащили сено и надрали пуха. Пух видно, что так-то свежий, не похоже, что это старое гнездо какое-то. Но возможно и вытащили просто старое гнездо. И расстелили его на дне, вот здесь вот на входе. Обычно их выкидывают. Вот влага, которая конденсируется, капает по-прежнему сюда на вход. Но при этом мы видим, что гранула такая более четкая, сформированная. То есть уже не такая жидкая, не просто вода с потолка течет. Хотя справа на стенке еще присутствует вот лед. Земля не до конца отошла. На потолке мы видим, что гранулы как висели земляные, так и висят. Единственное, что вот я их потрогал, они сцепились друг с дружкой, потому что лед растаял. Гранула впитала в себя воду и раскисла. Раскиснув, гранулы образовали плотную массу глиняную. То есть потолок стал теперь опять однородным. Так что вывод один. Кролику попросту не надо мешать. Он знает, что ему надо в норе, как с этим бороться. Вот. А сушкой норы принудительной мы едва ли не вызвали обвал. То есть чем меньше человек лезет кролику в яму, тем лучше.